Дробышева является своего рода форпостом в обороне Красного Лимана. Ребята, мотострелки действительно тоже плечом к плечу с нашими добровольцами стоят в одних и тех же окопах, отбивают атаки как польских наемников, так и представителей из других стран НАТО. Их здесь действительно очень много. Ими кишит зеленка, соседние поля. Обстановка здесь сейчас пока еще все-таки напряженная. Вот сейчас парни мне сообщили, связь пропала, сейчас туда убываю. Хочу посмотреть на месте, что там происходит. Ой, данные разведки разнятся, но то, что видели, значит, танки с белыми крестами, это точно. Вплоть до того, что румынскую речь засекали, значит, по связи. Ну, поляки это вообще, как будто, значит, это ихняя земля. Вот. Ну, воюем, значит, я говорю, с НАТО за нашу землю. Воюем с НАТО за нашу землю. Значит, вот сейчас выход был, это с нашей стороны? Нет, это они, это они. Вот. Это периодически, значит, они... Это сейчас, вот я говорю, это так, пугающе. Значит, сейчас начнется уже скоро, поэтому надо торопиться, начнется настоящий обстрел. Вот, так что надо торопиться. Что происходит? То есть, это что?